В последний путь проводили барнаульские военнослужащие своих сослуживцев, погибших в Чечне. В Покровском кафедральном соборе Барнаула была отслужена панихида по воинам, жизнь свою за Отечество на поле брани положившим. Накануне празднования годовщины образования российских внутренних войск настроение у военных отнюдь не праздничное. Каждый год в этот день они в первую очередь вспоминают о тех, кто уже отдал свою жизнь за мир и спокойствие в русских городах. Служащие Барнаульской части номер 6515 ставят свечи за упокой. С некоторыми своими сослуживцами они общались еще совсем недавно. Все были живы и достойно выполняли воинский долг. Теперь же боевые товарищи поминают друзей за панихидой. Непосредственно те люди, которые ее служили, имеют отношение к некоторым погибшим людям, потому что во время последней нашей командировки два человека погибло на поле боя, и вот мы как бы явились этому свидетелями, служили там панихиду и уже здесь отпевали по прибытии в Алтайский край. Отец Андрея, кормлявший солдат в командировке в Чеченской республике, по благословению епископа Барнаульского и Алтайского Максима совершил заупокойное чинопоследование в сослужении с духовенством Покровского собора. Вечная память воинам, погибшим за Отечество.